у нас вообще в организации стоит задача развития организации, развития и верхнего уровня руководителей, и выстраивания вообще процессов, поэтому ну, это наиболее актуально, что мне нужно научиться самой учить, передавать то, что я знаю. Как раз эта тема были вот по фандрайзингу, то, чем, какой информацией я владею, но техники передачи информации не было. Также и по основам управления. Но вот как раз после школы тренеров все это структурировалось в голове, и появились необходимые инструменты, чтобы с этим работать дальше. Для того, чтобы начать учить других, нужно научиться самому. Мало просто прийти и рассказать, и не значит, что тебя поймут. Чтобы это было эффективно, нужно понимать, как это делать. И именно как раз вот на школе это понимание и дается. Гарант зарекомендовал себя вот именно как очень эффективная организация, и именно которая готова делиться.